Как будто что-то происходит. Смотрите, сильно это не делает. То есть делаем это легонько, как мы сейчас вот пробуем. Если ничего не получается, то что? Между внешним ухом и внутренним находится перегородка, которая под воздействием давления, при котором вы опускаетесь, начинает сгибаться во внутреннюю часть. И когда вы делаете вот это упражнение, она обратно отклоняется. Таким образом у вас болевое ощущение пропадает. Да, то есть каждый раз, когда вы опускаетесь на глубину метр, следующий метр, вы должны делать это упражнение. Полевого эффекта не надо.